Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я искренне хочу поздравить вас с Днем российского парламентаризма. Хочу поздравить депутатов Государственной Думы, нашего законодательного собрания. Особую благодарность депутатам местного самоуправления и нашим ветеранам. В нынешней сложной ситуации мы вместе с главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым, правительством нашей республики, нашими муниципальными руководителями должны достойно выйти с этой ситуации. Я как депутат Государственной Думы вижу свою первоочередную задачу, как можно больше средств привести в свою родную республику. Чтобы пришли эти средства на строительство детских садов, школ, домов культуры, спортивных сооружений, строительство дорог, благоустройство наших дворов и общественных пространств. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, добра, и чтоб вместе с вами много полезных и добрых дел сделали на благо нашей родной республики.